Питание в детских садах стало предметом проверки общественников. В рейд вышел народный контроль. В первую очередь проверили нормы хранения и сроки годности продуктов, состояние кухонной техники. Внимание уделили и документам. Они должны иметь все необходимые печати и подписи. Подобные проверки дают свои плоды. К питанию в детских садах относятся ответственно. Но все-таки замечания есть. Конечно, хочется, чтобы было все хорошо, но тем не менее нарушения мы находим. В соответствии с требованиями федерального законодательства, там, конечно, есть и штрафные санкции, и административные взыскания. Пока мы не хотим никого пугать, но мы должны проводить такой общественный контроль, чтобы не было попыток как-то ухудшить питание наших самых маленьких граждан города Чебоксары.